Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня наша тема — оплата проезда в автобусе картой ВТБ. Если вы платите картой ВТБ в автобусе в обычных условиях, да, то ничего там сложного такого нет, потому что есть терминал, да, точно так же, как в магазине, вы прикладываете карту. Главное, чтобы карта оснащена была системой бесконтактных платежей, что в принципе актуально для всех карт ВТБ. Вы прикладываете карту, списывается плата за проезд, и все, и вы спокойно едете, лишь бы на счету были деньги. Но вот карта МИР, да, ВТБ, она еще участвует в акции. Сейчас акция, к сожалению, закончилась. Она проходила с 1 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года. И можно было получить дополнительную скидку, именно если вы платите с карты МИР. В принципе, страшного здесь ничего нет, потому что такого рода акции, они имеют свойство возобновляться. Конкретно эта акция будет возобновлена в достаточно скором времени, и, соответственно, список городов-участников, он расширится. Ну и вот та акция, которая прошла уже, она действовала в целом ряде городов. Это Сочи — скидка 6 рублей, Анапа — скидка 4 рубля, Геленджик, Новороссийск и так далее. Также участвовала Мурманская область и Владимирская область. Ну, скидки небольшие, но тоже были. И, соответственно, что необходимо было сделать? Убедиться, что ваша карта ВТБ оснащена функцией бесконтактной оплаты. Я еще раз говорю, все карты МИР с бесконтактной оплатой выпускаются. Прикладываете карту к валидатору или терминалу и дожидаетесь подтверждения оплаты. Получаете скидку с каждой оплаты. Ну и сумма скидка, как я уже сказал, зависит от региона. Очень удобно. Это дополнительная стимуляция использования карт МИР ВТБ. Хотя, конечно, и так банк работает в этом направлении очень хорошо, привлекая все новых клиентов. Ну и в принципе все социальные выплаты сейчас приходят на карты МИР, поэтому их массово оформляют там и в Сбере, и в ВТБ, и в других банках. Так что вот так вот пользуйтесь тем, что вот есть российская платежная система, и она предоставляет вот такие вот акции. Если у вас дополнительные вопросы возникли по данной теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам хорошего.